Кончита Вюрст. Дропа, чувак, просто в открытую бегает. Живенькая, я по горам, короче, как горный козел. Бегаю. Не ссадят, выцеливают, нормально. Так, ладно, короче. Там чувак там челик или нет? Да, вот, скорее. Или эти текстурки. Сам. Так, чё, в зону? А зачем нам зону? Рано еще. Да, один чувак в дом зашел. Совсем влево глянул, да? За камень где-то сверху. А, зону уже пошла. Маленький. А я еще. Сзади точно помню, стал уже. Поправо, либо могу. Короче, я хз. Yeah.
Take a moment right here. Feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Running, running. Это что такое? Это что такое за прикол? Здравствуйте, читеры! Приветики! Вы это видите вообще, да? Вы это видите, да? Вот как играют читеры, смотрите. Они, во-первых, в паре. Смотрите, они в паре. А он вообще не прицеливается. Он, как бы, он вообще не прицеливается. Посмотрите еще раз. Они играют в паре. Два читера играют в паре против одиночек. И смотрите, как он стреляет. Просто посмотрите на это, как стреляют читеры. Это фейк. Ну, то есть он... Короче, он стреляет от бедра, не в прицел. Потому что читы ставятся именно, чтобы вы стреляли от бедра и прилетало в голову. Если бы он прицел стрелял, то он бы не попал. Ой, прикольно, мне понравилось. Так, во-первых, какое-то число, что? Так, во-вторых, объединение команды. А что еще есть? Ой, да, вы попали в первую десятку. Смысл играть с такими людьми? Просто... Еще бы узнать вот этого Ник. Соус.